Первый бой. Бейнусов Масюк. Второй бой. Тихонов Медведей. Победители бьются за первое, второе место. А, соответственно, те, кто проиграл в этих боях, бьются за третье место. Бойцы, вам ясно? Пан Бейнусов и пан Масюк, все прошли на листалище восьмой рыцарей. Пан Владимир, славим их и попросим наших уважаемых новгородцев сегодня поучаствовать в нашем деле. А то что же это? Бойцы бьются, зрители судьи судят, а зрители вроде ни шатка и ни валка. Так, где же буйные... Начали! Москва, давай! Давай, Москва! Добре, добре синку, добре бьется. Не Бог от славы бьется. Давай, давай, мальчик. Вот обмениваются бойцы. Так, оба знают защиту, оба свое дело знают. Отдыхают судьи, тушки его еле держат, однако за нас будет биться и победит наш боец! Победит Москва! Молодца Москва! В любом случае победит на земле Великого Новгорода, и Новгород тоже в выигрыше будет всегда, да? А это мы еще поглядим! Давай, Питер! Москва, давай! Питер! Ай, молодца Москва! Ай, молодца, держим! Давай! Стала Питерцу! Первый финалист! Питерец! Уважаемые новгородцы, вторая пара финалистов. Ну, в школе Москва нам с вами не понравилась, уж так получилось, а переживали за нее. Тогда уж за наш-то Псковскую-то, наш-то пригород будем болеть? София, будем болеть? Потому как опять Питер говорит, ё-моё, они в финале так встретят. За Новый Новгород. За Новый Новгород. Ну, готовьтесь, давайте. Я поясню, это академик Лихачев так называл. Начали! Достаточно отдыхать. Отдохнуть. Чуть-чуть разошлись. Рьяно никто не хочет. Выяснил. Что-то на. Давай, скоро, подхватывай! Бойцы, просто еще раз по ноге и по голове. Держите. Рот собьется. Я бы сказал, даже все-таки даже брат Новгорода. Да? Брат Новгорода, брат. Последняя ошибка. Вот еще раз. И не успокойся, они двужильные. Действо попрошу для вердикта. Да. Что и в этом бою ваш новый новгородец одержал победу. Молодец! Перестрел! Перестрел, Питер!
Бой за третье место. Москва и... Войти, попрошу садиться. Псков, Москва. Друзья и противники. Доста, доста, бойцы! Вспыхнули, вспыхнули. Когда почти что кругом преодолена, протяни ее ладонь, пройди дорогу, вот она, она берет. Бойцы почувствовали силу обоих. Итак, вторую третье место. Подойти к главному судье и обратиться. Господин, победа досталась представителю славного города Москва! Жребий новгородский. Жребий, хорошее слово, наше славянское. Да. Назовет победителя сегодняшнего боевого турнира в славном городе Новгороде на Ганзейских днях. Но судьба там. Я попрошу кого-то из представителей Новгорода выйти сюда. Мало ли судейство смухлюет. А у нас всегда выбирали вообще маленькие дети. У них нет хитрости взрослой. Совершенно верно, Господь не разумеет. Кто, давайте? Желательно мальчик, да. Вон. Переслава и Дмитрия славим мы сегодня. Славные, да. Почти святые. Итак, я попрошу. Сейчас ваши аплодисменты приветствуют победителя рыцарского боевого турнира в городе Новгороде аж 2009 году. Ваши аплодисменты! Ура! Слава пересвету! Слава славному рыцарю!